Всем привет, это канал Красного Герцога, и мы продолжаем наше приключение в мире насекомых с игрой Grounded. И в прошлой серии мы немножко подобустроили наш домик, наше гнездышко, поставили тут кузнечную мастерскую, прялку, кухню, вот это вот все, и да. Для того, чтобы пользоваться кухней, мне нужна сушилка. Для того, чтобы сделать сушилку, мне нужны части бомбардиров. Аж 5 штук, это пипец как много. Для того, чтобы пользоваться кузнечной мастерской, все у меня есть. Но я не хочу апгрейдить свое первое оружие. Оно довольно простенькое, нужно что-то более крутое. Хотя дубину из режима муравья, кстати, можно и прокачать. Она достаточно неплоха. Вот. Ну, а что я точно хочу это сделать? Насекомый лук, а для этого мне нужны части паука. Паука-волка. Поэтому пойдем охотиться на паука-волка, во-первых, для этих самых частей, ну, а во-вторых, чтобы посмотреть вообще, как его на нормаль-то вообще бить можно или где. Потому что на харде, когда я пробовал, это, конечно, вообще без шансов, без вариантов никаких вообще. Перспектив. Сколько у нас время? Час. Вот. Ну, может быть, на нормале получится у меня его завалить. Хотя бы немножко. А сколько у меня стрел? 40-57 стрел. Ну, вообще должно. Хотя хрен его знает. Хватит, не хватит. Тут еще как бы так расположиться, чтобы он меня не мог достать, когда я начну его обижать. Тихо, тихо. Нет, здесь я не залезу. Это надо вон там. А здесь я, наверное... Нет, здесь я залезу. С другой стороны, их здесь двое. В этом дупле. Под корнями. А два паука волка. Это точно кирдык. Если бы можно было как-то одного вытащить. Здесь он забежит. Не, вообще вроде один. А мне надо как-то так вот расположиться, чтобы он не достал меня. Куда мне от него убегать? Ну-ка. Сюда. Если, допустим, нет, здесь он меня достанет. Вот куда от него убегать, так чтобы не достал. Может быть, где он тут был-то вообще? Там или там? На листик. Вот сюда попробовать от него убежать, и здесь попробовать от него отстреляться, да? Это если он один будет. А если нет? Если второй выбежит? И что делать? Трем Машу. Вашу Машу. Хочу посмотреть с этой стороны. Там муравьи ходят, смелые такие. Может, их там нету здесь? Только оттуда. Ой, блин. Большие, страшные. Ей так неохота с ними связываться. Что прям вы даже не представляете. Ладно. Я самоубийца. Ой, бежит, 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 бежит. Ой, бежит, 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 бежит.
Ой, не бежит. Ой. Где ты? Вот он. На. На. Застрял. Бедняга. На 50 стрел мне не хватит. Ну и вообще ни о чем. А чтобы сделать более высокий, более мощный лук, мне нужно его убить. И то, по-моему, даже не одного. Это прям вообще как-то. Ну, либо прокачивать этот лук, да. Еще дыхать надо. Можно, конечно, бухнуть что-нибудь. Зелье всяких. Но... Это пипец вообще. Это я ему две только полоски жизни снял. На 3-то хотя бы хватит. На половину-то вообще я его хотя бы сниму, ему жизнь-то. Или у него иммунитет, я забыл, я смотрел, или у него иммунитет именно, ну точнее не иммунитет, а защита к выстрелам из лука. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой! Пипец мне. Я, конечно, немножечко выжил, но... Именно что немножечко. Так, а я... Где мои зелья? Я же наварил себе. Ну чё, смертнички. Полетаем? Ну нет, это, конечно, да, не вариант. Да. Да. С пауком-волком мне пока связываться рано. Хм. И как быть? Ну, в смысле, как раздобыть его запчасти? Ну, правильно. Теперь он не спит. Теперь он ходит. Бродит. Ой, пардоньте, ударился. Как у нас тут, кстати, наши посадки? Растут потихоньку. Так. Да, нету моих смузи, или я их выложил? А, я их... Нет. Да, я их выложил. Молодец. Максимальная выносливость, максимальное здоровье. Ну, оно бы сильно погоду не сделало, да. Что я хотел? Я хотел глянуть, да, вот в данных, почитать еще раз про волка. Сопротивляемость колющим ударам. Да, у него сопротивляемость как раз стрельбе из лука. Уязвимость рубки и рубящим ударам. То есть его надо резать. Но чем? Вот этим ножиком? Ладно, предположим, что пока просто рано. Тогда что? У нас, в принципе, есть задание убить мошку, завести, завершить веху пути, найти следующий суперчип и другие лаборатории. И я хотел что? Я хотел вообще... Вот сюда сгонять, посмотреть, что здесь у нас, и вот здесь.
Потому что в ночи я вижу, когда ночь наступает, да, вон там вот дальняя кувшиночка, у нас как бы светится. Ой-ой-ой, вон он идет. Зараза такая. Я знаю, что под водой у нас тоже много всякого разного водится. Что это вовсе не безопасное присутствие здесь. Интересно, я не могу это ничего никак не собирать. Очень-очень жаль. Очень-очень жаль. Вон та, по-моему. Кажется, там что-то есть. Ну, в любом случае, стоит сгонять, сплавать, проверить или сходить. Честно говоря, нырять особо не хочется. Изучить, так сказать, пруд. Ну, волчары, блин, а? Пузырики. Он плавает, нет? Вроде нет особо. Ой. Тихо. Ну, головастика вижу. Прикольно. Да ты запрыгнешь на эту кувшинку долбаную или где? Вот, мы сейчас тут по листикам, по кувшиночкам. Относительно безопасно. Куда-нибудь дойдем. Пока это возможно. Много там головастиков. Да блин. Ну. Так. Вон там. Ну тут что-то я отсюда ничего не вижу такого особенного. Хотя, подожди, это где-то здесь должно быть. Ну где-то под водой, видимо. Очевидно, точнее. Ну где-то там. Давайте нырнем. Без всяких спец этих, но мы пока просто ознакомливаемся. Хрена себе тут. Просто ознакомиться не получится, да? Ой, жуки. Опять пауки какие-то. Да что ж здесь везде сплошные пауки? Понятно. 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 Мирный пруд отнюдь не мирный. Да мать твою! Они, конечно, не такие сильные, как тот же паук-волк. Ну тоже, блин, радости мало. Вот там теперь пищат. Кричат злобно. Так, а к этому, если пройти, тоже там лаборатория где-то в жуткой глубине. Как-то прям не прикольно даже это все. Чего не разорались? Я же ушел. Или они там за мной поэтому? Под водой плывут, палят меня и ждут, пока я свалюсь. Где-то здесь. Ну да, очевидно, под водой. Угу. Головастик приплыл. Там пузырик воздух пускает. А за всем остальным надо нырять. Ой, не хочу. Ой, не хочу. Какое стрёмное место этот задний двор. Кто это рычит? Вот кто это здесь все время? Рыба! Это рыба тут рычит. Хрена себе, зверюга. Ты меня, конечно, тоже будешь есть, да? Ой, жуки-плавунцы. Ну-ка. Ага, жук-гребляк. Ну, плавунец, гребляк, один хрен. Рыба даже не это, не определяется.
Вон она. Лаба. Так, подожди, надо дыхнуть. Интересно, там воздух есть под этой лабораторией или нет? А ты кто? Дафния. А я не могу тебя бить, что ли? То есть под водой оружие мое не работает. Ну, так неинтересно. Нужно специальное подводное оружие. Ну, уж ножом-то махнуть-то можно было. Я не знаю, это что-то как-то даже несерьезно. Ладно. Ладно. Беда, печаль, конечно, но... В общем, под воду мне рано, с пауками, волками мне рано. А чё мне не рано? Лечь и помереть? Никогда, как говорится, не рано, никогда не поздно. Всегда в самое время, да? Ай, нет, ты рано выдохся. Не вовремя, точнее. Так, нет, туда я не запрыгну. Тут пауки уже гуляют, кстати. Ну, не в смысле прямо сейчас, а вообще в это... Могут попадаться, кстати. Раз ты здесь в одиночку, мы тебя заберем. Уж сорян, чувачок. Ушла. Ушла, блоха. Ха-ха-ха-ха. Так, ладненько, тогда сейчас я, наверное... Займусь там своим вечерним моционом, вот это вот все, а утром, ну, двинемся к очередной лаборатории, потому что, а что еще делать-то? Рецептов у меня нет, новой живности тоже не поймано. В общем, как-то так. Так, ладненько, готов я к экспедиции, давайте отправимся мы, наверное, вот сюда, но не напрямую, а через... Вот это вот место, все через таинственную машину. Ну, в общем, сначала сюда, а потом уже направо. Вот. Ростки выросли. Хорошо. Так, пойдем аккуратненько. По дороге еще пособираем всякого, что нам наверняка пригодится. Потому что одним днем, опять же, вряд ли обойдется. Это всякие ростки. Всякие волокно всякое. И камешки. Я думаю, тоже пригодятся. Да, мясо там. Ну, мясо, я надеюсь, мы там все-таки как-то раздобудем. С собой я, так сказать, на дорожку взял. А дальше будем добывать там. 1 и 3. Раз, 2, 3. Все. Теперь камешков надо только натырить. Муравей там кого-то охотится. А, на долгоносика. Ну, раз идет халявное мясо в зубы, конечно, грех не взять. Ой-ой-ой-ой. Топает он там. Иди отсюда, ва. Черт тебя дери. Слышал. Прибежал. Собака. Восьмилапая. Да, еще жуков же надо мне набомбить. И бомбардиров. Как-то где-то. Ну, с жуком все-таки попроще. Так, лучше, наверное, дубину в руки возьму народной войны. С ней мне как-то спокойнее. Живи пока. Ты пока живи. Ты мне пока не нужен. Почему вода качается? Кто качает воду? Я уже боюсь. Так. Машинка немножко туда. Да, вот она, собственно.
Собственно, вот она. У нас тут, если что, где-то и база есть небольшая, да, для ночлега. И вот это вот все. Можно, так сказать, перекантоваться какое-то время. А еще здесь относительно мирно. Муравьев я пока бить не буду. Ой, нет, буду. Это, блин, это не тот муравей. Это муравей-воин. По-моему. Кстати. А что это я тут проглядел? А это чего? Пещера прям какая-то. Нет? Нет, просто... какие-то пузырьки, которые я взять не могу. Ну, кто-то топает опять. Там все время топает. Это так напрягает. Так нервирует, я бы сказал. Вот она, лаба наша. Да, еще камешки мне надо. А вот наша, значит, нычечка. Угу, не отсюда. В общем-то, я почти туда и смотрю, куда надо. Кстати, там пить нечего, если что. Опять же, нечего пить. Ну, если ты с этим своим шипастым отростком меня забодал. А здесь у меня пока ресурсов нет. Я ничего нового не изучал, ничего не появлялось, да. Поэтому, в общем-то, ловить мне там нечего. Правильно? Неправильно. Ой, через сухую. Ой. Ой, сейчас я чувствую меня тут на сухую-то и это самое. Безо всякой смазки. Если трава качается, это плохо. Это значит, это кто-то большой. Большой меня сожрет. Никакие дубины не помогут. Так, муравьи ходят. Иди, иди своей дорогой, путник. Так, это воины. Прям туда, где мне надо. Куда мне надо, в смысле? И они прям идут сам сюда, ко мне. Воины агрятся сразу. Может быть, из-за костюмчика моего. Рабочие обычно не агрятся. А, здесь муравейник рядом. Ой, не говорите мне, что это лаборатория в муравейнике. Пожалуйста. Не надо. Муравьи-солдаты настроены серьезно. Я их понимаю. Нет, там вроде про черный что-то говорилось, муравейник. О, духовый мураш. Ах ты, зараза, а! Фу. На легком его уработать, конечно, можно. Но это, блин, ни хрена не просто. Хотя, конечно, по сравнению с тем, как раньше это было, то да, можно сказать, что просто. Да, биологическое отравление. Мураши вот тут и померли. Так. Перемотаемся. Подхилимся. Так, еще куча муравьев. И примерно туда мне и надо. Но это муравьи... Нет, опять раб-солдат. Или нет? А чё вы такие здоровые? Да ёб твою мать. Нет, вас слишком много. Какого хэ? Собакин сын унес мою эту стрелу. Что
что-то откуда-то капает. Какие-то грибы ядовитые. Ой. Что-то там взрывается. Ну, тут нужен противогаз. Противогаза у меня с собой нет. Вали. Так, срочно надо выпить. Я не взял, блин, я опять не взял. Вот я лошара. Жду тогда, пока отрастет. Тогда ничего не пьем, ждем, пока отрастет. Ну, муравьев поднадобывал зато. Хотя они мне как бы уже в таких количествах и не нужны. Хотя жвалы вот этих вот воинов, может быть, и пригодятся. Блин, а как тогда обойти? Может быть, наверх подняться? Что это тут? Это за значок? Черт, чупнешь с картой. Вот это что, миксер? Это где я появился, что ли? Давай попробуем действительно обойти просто это все вот так вот. Пойдем сюда и выйдем прямо к муравейнику. Блин, обошел. Чертов муравейник. Чертова игра, чертовые насекомые. Все здесь прям. Ой, как потно все. Да чтоб вас всех прям подняло и опустило. Охраняют они, понимаешь, свои территории тут. Я к лаборатории вернулся. Прям аж самый-самый. Надо бы его как-нибудь пометить, что ли? Господи, тут ткач, там муравьи. Ой, господи, кто опять ко мне пристает? Что вам всем от меня надо, маленького? Нет. Паучара. Тут жуки. С муравьями дерутся. Это я куда пришел? Это я сюда пришел. То есть, теоретически мне вон туда, а потом налево. И еще раз налево. Фу, попить бы. Пока есть что. А разберитесь, пожалуйста, друг с дружкой. Убейте кто-нибудь кого-нибудь, а я добью оставшихся. Если вы не против. Да, разобрался. И я именно добью. То есть он покоцанный. Опа! Если он меня не убьет, конечно. Ага. Отбегался. Минус. Жучара. Это я удачно, как говорится, зашел. И мураша. Опять же, мандибулы на воина собрали. Так, сейчас я как-нибудь заберусь, все-таки попью и продолжим. Так, напились, а. Хилочка потихоньку восстанавливается. Не очень, правда, быстро. Мне бы еще жуков наловить. Но такой удачи, конечно, уже не будет. Сколько я тут? Одну часть только. Мне еще три надо. И одна была. Одну я заполучил, а надо пять. Ой-ой. Надо пять. И тут уже, кстати, пора брать левее, да? Там прям под камнем ворчит, шворчит
Так, вон туда, да? Там слева кто-то опять топает, большой грозный. По-моему, опять жук, да? Нет, сначала все-таки и там топает. Нет, это рыжие муравьи. А чё у вас так много-то? Я же здесь появлялся. Здесь, по идее, должна быть безопасная зона. Я же здесь респился в самом начале. Вообще безо всего. Да ёпта мать. Ты издеваешься? А чё ты вообще ко мне пристал-то, а? Чё я тебе сделал-то? Свалу-то, блин. И отъехал. А и тут на него муравьи-то и накинулись. Нет бы чуть пораньше. Вообще игра, конечно, ужасная. Какое-то сплошное умирание получается. Никуда шага ступить нельзя, и чтобы не сдохнуть. Так, ладно, тогда идем на этот самый. Вон туда. Или надо все-таки... Или мне все-таки стоит переодеться. Вот в чем вопрос. Чтобы не бесить всех этих зверушек... А, вот это что за хреновина. Своим, так сказать, внешним видом. Прямо они такие агрессивные. Агрессивные. Ну, это я сейчас, если я включу, это мы уже знаем, что будет. Вся живность сюда ломанется. Мне надо будет отбиваться. И хрен мне это выйдет. Разумеется. Так. Так, куда-то вон туда. Прямо. Хлоп. Хлоп, хлоп, хлоп. Рабочий, иди нахрен. Пролетарий, так, налево. Пять рабочих. Ой, в смысле, этот вояка. Ну, точно где-то здесь эти... Под землей у муравьев. Ну блин. Не, ну я под землю, конечно, сейчас не полезу. Без шансов, как говорится. Кстати, опять же, данные. Где наши бомбардирчики? Это они у нас тут были. Дафния. Кулищи. Вот, жук-бомбардир. Тоже крупкий. Сопротивляемость разбиванию. То есть как раз, собственно, моему молоту, да? Хорошо. Так. Где там этот клопяра? Я не то чтобы прямо напасть, я его хочу сфотографировать. Вот. И почитать. Клоп. 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 А, кулющим. То есть его надо из этого. С этих... Он называется-то с лука. У него большая уязвимость. Но не с моего, я думаю. Угу. Опа! Одним прыжком. Да, я устаю сильно. Сильно устаю. Стрелять, бегать, воевать. Ну, дубины здесь тоже, в общем-то, ловить, я думаю, нечего. А жаль. Жаль, что у нее только шанс на оглушение. Ой, там еще клоп. Я думаю, то есть один. Ой.
Ушел я, ушел. Выдохни. Выдохнул, блин. Так, и чё, и куда? И куда пойдем мы с пятачком? Ну, сюда точно мы не пойдем. А это вот, наверное, и есть жабья топь. Пропавший Чебурло. Давайте попробуем, что ли. Как-нибудь обойти этих товарищей, да? Ну, ёшкин кот. Иди в задницу. Все, я ушел. Вот как-то сюда, да? И дальше прямо. А он там что-то валяется, кассета. А, ёб твою, фу, господи, напугали. Ну да, угу. Как же иначе? Кто ж мог сомневаться-то, а, вообще? Что они здесь будут? Они повсюду, походу. Здесь, кстати, опять же, пить нечего. Сушничок. Ну, попробуем. А, там куча пчелов на этом самом, на столе, да? Тут у нас стол прям есть, а там тоже есть пропавший Чебурло. Я вот думаю, просто это не жабья или топь часом, но тут... Знать бы еще, где это жабья топь. Не, мне надо проверить. Да! Ладно. Бум, считать, что мы ее потеряли. Ночь уже, однако. Вот куда нам идти? Направо, налево, налево, направо. Пока пойдем прямо. К лопате. И забору. Прям забор-забор. А что это там такое? Обнаружили согнутую лопату. Это хорошо. А я хотел бы понять, что вот это за яркий камешек. Прочный мрамор. Понятно. Логично. Как-то так я и предполагал. Ну да. Ну пойдем. Сколько у меня камней-то? 7 сойдет. Так, по-моему, я куда-то не туда пошел. Ну да. Мне бы налево, а я пришел. Ну, значит, это судьба, на самом деле, знаете, да. Если уж я пришел к столу с пчелами, давайте пос... Ага, и черные муравьи тут. Ой, тут будет собака. Тут будет собака. С каким грохотом она ползает. Мелкая такая, таким грохотом прям. Прям грохочет, пригрохочет. А что это у нас там такое интересное? А я смогу туда залезть? Интересно. Сорняк, здоровяк. Жвачка. А, это жвачка. А, слушай, это жвачка прилепленная. Наверняка ее можно тоже добыть, но наверняка для ее добычи нужно будет что-нибудь типа того же. Какого-нибудь улучшенного молота или что-нибудь в этом духе. Поэтому, наверное... Лезть не стоит, хотя я попробую. Я все-таки попробую. Но, чтобы вас не мурыжить, да, я сделаю это. Вот это вот, блин, прыганье за кадром. Добрались. Ой, не ту нажал, ну да ладно. Да, ее можно копать более, да, высокой уровневой лопатой. Угу. Что, в общем-то, и следовало ожидать. Так, а где же эта хреновина? Неужели наверху?
Потому что здесь внизу я ничего такого даже близко не вижу. А как попасть наверх стало? Да еще и мимо всех этих пчел желательно. Ну, где-то вообще здесь рисуется. Нет, налево. Вот здесь где-то. Где-то под столом. Или над столом. Да. Наверняка на столе. Как раз где тусуются пчелки. Пчелки, пчелки, острые жалы. Что-то мне кажется, что с пчелами будет ни хрена не проще, чем с пауками. Я опять тороплю события. Бутылка зубов. Ну, на зубы мне, это я давно знаю, что меня не хватит. Так, а я что-то вообще как-то без понятия. Как тут залезать-то? Тут что-то даже ничего не просматривается. Кроме шмелей летающих. Ну, в смысле, никакого захода. Ничего не валяется. Никаких предметов, прислоненных к столу, по которому можно было бы залезть. Вот мы вернулись, откуда начали. С жвачки. Уже темнеет. Яснее не становится. Ладно, опять же придется отключиться, побегать, поискать. Отход, заход. Что-то, что поможет мне проникнуть внутрь. Текс. Залезть на стол сейчас нельзя. Я долго бегал вокруг, ни хрена не нашел. Уже следующий день наступил. Вот. Для того, чтобы туда залезть, нужно... Ну, в общем, много нового всякого мне пока не светит. Поэтому... Отсюда плохо видно, но муравьи передвигаются по одним и тем же тропам. Да, в общем, стол не светит. Там я тоже посмотрел, что это вот эта вот фигня. Это песочница. Про нее мне даже ничего не говорили, про чип в песочнице. Хотя... у меня вариант идти в лабораторию в Мареве только. Ну, к черным муравьям я точно не полезу. В пруд тоже нужны какие-то вещи, чтобы там плавать. Я пока не знаю, где их найти. Ну, точнее, их, наверное, найти-то надо там же. Да, вот, собственно, с лопатой. Да. Надо будет залезать. Вот. А здесь нужно взрывчатка. Взорвать этот камешек, лопата упадет, и по лопате можно будет забраться на стол. Взрывчатки у меня пока нет, я даже не знаю, как ее делать. В общем, пойдем сходим в песочницу, посмотрим, что это за песочница. Ой. И попробуем, если там не получится, тогда возвращаемся и будем думать, как валить клопа, чтобы сделать противогаз и отправиться... В Марево. Так. Легко сказать, в песочницу пойдем. А как я туда пойду? Ты же черный, ты черный. О, он прочный. Он гораздо прочнее. Собака. Куда он делся? Куда он ушел? Ну.
еще рыжие, дохлые. Много дохлых. Ой, нет. Куда-то убежал. Выжил. Падла. Покоцал меня и свалил. Ну и ладно. Музыку выключайте. Он ушел. Опасности нет. Эх, не получилось. Я думал, может, новый рецепт с него получим. Ну, блин, прочный. Не такой слабенький, как рыжий. Так, а как туда все-таки залезть? Попробовать по траве запрыгнуть. Вот. Блин. Еще куча геморроя. Я ж тут летать-то, наверное, не смогу. Или смогу. Когда-нибудь. Вообще с этими мутациями всякими разными, да? Кто его знает? Почему нет? Нет. Так, ну здесь сплошной этот непроходняк. Долгоносики там бесятся. Может, где-то есть вход-то? Песочницу. Может, здесь по цветочкам? Вот по этим вот. Ну, попробую сейчас. Короче, песочница мне тоже не светит. Не, ну теоретически можно, но мне рано. Рано. Короче, марево, короче. Противогаз, короче, клопы. Собственно, на этом серию можно тогда закончить. Я буду сейчас возвращаться. Ничего у нас не получилось в этой серии. Получилась она такая бродильная, но совершенно без... результатная. Вот, поэтому отправляемся мы тогда потихонечку назад. Будем готовиться. Я не знаю, может, обожраться как-то чем-то и попробовать все-таки клопа забить. Но это будет уже в следующей серии, а эта серия тогда на этом все. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилась, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями об игре, о моем канале, о моем прохождении. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Если у вас есть аккаунты на вас, Делитроу, подписывайтесь на мой канал и там. Заглядывайте к нам с Лаградка на наш Дискорд-сервер. Ну и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока.